Всем привет! Сегодня у нас первый день очень горячего турнира. Оборона, как вы думаете, стоит у меня? Вот в прошлый раз оборона это выстояла 100%. В этот раз я уже успел заглянуть, и сейчас оборона будет у нас 2. Но мы успели два раза проиграть. Скорее всего, это были... Ну, тогда пень еще не был порезанный. И, скорее всего, новые четверки зарешали. Усиление убирает, да? У всех врагов. Ну, да. А, еще тут... Ну, не знаю, чем атаковали, но пока так. Очень быстрые. Ну, поехали, посмотрим, что выйдет у нас. Стремительная атака, бонусы, красивые кнопочки. Кстати, сегодня костюм упал мне. Крутанул, круточку одну сделал. Интересную. И упал костюм. Но мы не будем себе противоречить. Пня разлимичного второго. Поставим трех пней. Кайлани поставим. И так, что мы против кого тут боремся? Тут тоже пни будут. Надо будет пни... Пни надо будет... Убить, да, побыстрее. Так, у меня что с хилами проблема? А мы без желтых играем, без зеленых, да? Хотел зеленого поставить. Эллу туда возьмем. Он у нас и съем сделает, и все дела красивые. О, какая хокмун красивая стала. Но мы тебя не будем брать. Все, давайте попробуем так. По отрядам у нас все нормально. Стремительная атака, правильно, да? Очень быстрые. Поехали. Очень быстро воевать. Очень быстро воевать. У меня получилось. Очень быстро воевать, да? А дальше? Так, воевать очень быстро. Ну, нам он не страшен. Мы можем в него разрядиться. Все равно пни будут через него пробивать. Через его оборону. Мы пока тут камень искали, уже успели напихать. Сколько ходов? 5 ходов бафаем. И сразу взрываем все это дело. Все, теперь уничтожаем. Ну, примерно так работает, ребят. Сергей у нас в чате говорил, что типа там тоси-боси, оси-моси. Да пофигу. Нашел своих там 6-7 камней и вынес к чертям собачьим. Три-три. Так, вот взорву я морду фиолетовую, да, он тут подтянет наверх камушек. Как мне добрать фиолетовых? А, я взорву, сделаю Кайлани, взорву морду, и надо будет еще троечку собрать, да? Пока не вижу троечки. А вот нашел троечку. Я ее, наверное, буду делать вот так вот.
Ля, ребята, не надо, не надо. Не разгоняемся. И блядь, да? Плохо, ребята, ты зря прожал Кайлани. Сейчас нам порежут все. Давайте мы вот веточку порежем. Капец. Тупо одна ошибка все решила. Тупо одна ошибка, ребята. Одна ошибка — это Кайлани раньше времени прожать. Да похуй вообще. Ребята, даже париться не буду. Париться на этой войне. Ой, на этой войне, на этом бонусе. Да нафиг надо. Пень зарядится, гад, или нет? Нет, не зарядился. Видели, отразить новая пассивочка, да? Заработала. Так. Да, там я чутка-чутка лоханулся. Надо было после пня Кайлани прожимать, так бы у меня была бы атака. И я бы мог там нормально так добить. Фу, это... Какие-то чуваки красные стоят. Что делают они там? Они там жестко тоже наносят. Сокращают здоровье и... И атаку режут. Хорошо. Три собрали. Кристалл соберем. Шестьдесят сопротивления эффектам статуса, который негативно влияет на ману. Отражает тому их вызов 60%. Ну это мощно, 60%. Фазы у нас просто тупо режут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так вот сделаем. Ох, ее пятишки на жизнь. Все это, ребят, пизда. Ребята, все это... Сейчас меня разделают пни старые. Все, я труп? Конечно, труп, ребята. Чего хотели? Вот так вот не работают, ребята. Вы там, я там экспериментную оборону поставлю, там что-то там без пней. Ребята, нету пней, просто не играйте в этот турнир. Под замедло попали, да?
Ой-ой-ой-ой, ты что делаешь? Ты что делаешь? Кайлани прям пробил. А мы тоже умеем отражать, да, всякую гадость? Пассивка. На, по жбану. По жбану прям. Вот такие у нас веселухи на этом турнире. Не успел или 2 дня вон бабахнули под массовиком. И все, и нет тебя. Без тебя нет меня. Ты волнуешься зря. Ты, конечно, что-то не стал лечиться почему-то. И в атаку пни, в атаку, в атаку! Сколько мы воевали? 11 минут. Есть, в атаку! Такая вот у нас была очень быстрая. Да, мы тут уже вверх пошли. Мы уже пошли вверх. Да, ну, что есть, все есть. Все, до завтра.